Всем море приветов, дорогие друзья, гости канала, я Нептун, и это канал Нептун Геймстаф. Сегодня мы продолжаем приходить Таттлтейл. И он уже смеется здесь. Этот маленький Таттлтейл. Этот Фёрби, который мне подарили на Рождество. Давайте же мы его возьмем. Да-да-да. Итак, мы продолжаем приходить этот инди-ужастик. Собственно, я начинаю ночь заново. Сегодня 22 декабря и, по-моему, 3 дня до Рождества. Надо его отнести к нашей... Нет, к его маме. Надо вспоминать, что мы здесь делали в прошлый раз, да, в прошлой серии. Игрушка жуткая. И нас там начали конопатить. Так, подожди. Жутко темно. О, теперь нормально. Мать его была где-то здесь. Но она, как вы знаете, пропала. Вот. Мама. Да, она пропала. Но оставила кучу кетчупа. Я устал, говорит он мне. Давай тебе мы... спать направим. Вот твоя коробка. Тупой спать. Все. Прощай. Теперь мне нужно, в общем, наверху убрать... Убрать зал, потому что он там разбросал вещи. И наша задача всего лишь простенькая. Убраться там. Вот и все. Но, друзья, там уже будет ждать нас опасность. Какие-то, блин, маленькие плюшевые мудилы, которые хотят меня захавать. И именно здесь я и закончил играть. Теперь надо быть умнее, да? Таттлтейл. Таттлтейл, друзья. Вот! Надо прочитать совет. Мама, в общем, издает какие-то звуки, да? И наша задача здесь быть тише. Надо быть тише, и тогда это... Вау! Не убивай мой фонарик! Они топают. Они топают ножками маленькими. Прыг-прыг-прыг, вот там наверху бегают. Они хотят меня сожрать. Твою мать. Я боюсь выходить. И звуки. Звуки меня конопатят. О, полегче. Ну-ка, давайте выйдем. Просто глазочком одним посмотрим. Вроде нормально все. Где-то здесь. Что? Мама убивает ваш фонарик, да? В общем, когда это происходит, мне лучше отбежать... И заново его потрясти, вот так. У-у-у! Свет появился. Значит, это временно. Вот это я уже понял. Значит, когда темнеет и когда есть эта опасная страшная музыка, нужно где-нибудь просто зашкериться в углу и подождать. Но при этом надо фонарик свой поддерживать, чтобы он не пропадал, да? Только мама атакует, когда ты сдаешь звуки. Мама! Значит, этот большой Таттлтейл... который мы видели внизу, да? Это мама. Ладно, пора убирать. Вот, это он все разбросал, блин, маленький ублюдок. Все, я убрался. Пора спать. Давай. А, запер. Телефон опять. Ну, мне же давали советы, да? Не надо поднимать трубку. Я и не буду. Оп, блядь. Воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Твою мать. Ну что, может спать? Или давайте просто глазочком одним посмотрим, что там снаружи. А, вот он. Вон. Вот он, падла, стоит. Глаза у него красные, злющие. И он тупает ножки. О-о-о-о. Ты же не в шкафу, да? Короче, идите вы все в пень, я пошел спать. Твою мать, это жутко. Это жутко, но мы прошли третью ночь. 23 декабря. 2 дня до Рождества. Фух, так. Опять же, надо исследовать помещение, чтобы найти, откуда эти звуки неприятные. Опа. Ну, хотя бы светло, да? Есть свет, ничего такого необычного. Хотя, может быть, я яичко найду? Я уже нашел 11 из 22 яичек.
Ну, по идее, пока светло, на меня же не может никто напасть, да? Ну, чисто теоретически. Теоретически, да? Так, Ваня, ничего. Так, что у нас здесь? Все вроде бы на своих местах, все нормально. Расческа. Ну ладно, давайте в подвал, что ли, пробежимся. О, показалось яичко, это всего лишь портрет моих родителей, да? Беременная мама, это мой папа. А это мой крутой велосипед. Ха-ха, завидуйте, завидуйте, молча. Так, подожди. О, дверь открылась. Во дворик. Да ладно, он что, здесь? We love you, мы любим тебя, да? Я вышел во дворик, друзья. Я свободен. Ты что, в кустах сидишь, эй, чувак? Так, я не могу ничего сделать. О! Да ладно! Они замолчали. Твою мать, вот же хитрые мохнатые ублюдки. Они общаются между собой. А я подошел, они замолкли. А это какой-то новый. Взять Total Tale. Подобрать. Но это мой, да? А это не мой. Это какой-то желтый, какой-то новый. Блин. Так, найди и спрячься, да? Прятки, игра. Нажать на... А, затронуть друга, чтобы начать игру. Типа, кого потрогать-то? Тебя? Типа, тебя потрогать, чтобы начать игру? Жуть. Вот вы представляете, вот с этим... С этими жуткими тварями я буду играть в прятки. Друзья, хотите поиграть в прятки? Поиграйте. Вам понравится по-любому. А, знаете что? Я уверен, что после этой серии, после моих двух этих видео, вы определенно захотели себе такую же игрушечку. Такого же милого Фёрби, да? Или Total Tale. Ну что, начнем играть? No, так, подожди. Выжить 30 секунд. Твою мать, вау-вау-вау. А что делать-то? Охренеть. Он еще и хочет хавать. Чувак, ты вовремя нашел время... Захотеть похавать. Так, тихо-тихо. По-моему, там мать, да? Там мать же. Он жрать хочет. А если он будет... Давай-давай, хавай-хавай. Дело в том, что когда он голоден, он визжать... Воу, да. Он визжать начинает. Грум. Это вроде бы расческа, да? Давай мы тебя причешем, маленький ублюдок. Он где-то здесь. Так, теперь надо его поставить... Да куда ж ты? Поставить на подставочку подзарядиться, да? Давай. Да куда ж ты меня разворачиваешь-то, камера? Камера, не тупи. Камера, ты на чьей, блин, стороне? Ты должна быть на моей стороне, да? Так. Подзаряжаем. Давай. Опа. Так, все. Теперь. А куда топать-то? Короче, надо поближе к холодильнику, да? У него шкала голода быстрее всех пропадает. Надо его покормить. Будем здесь сидеть? А-а-а. Теперь мне надо его найти, да? Он где-то здесь. Вот он, под елкой. Все. Да, нашел я тебя. Теперь я должен убегать. Но мне надо его покормить. Нашего маленького Total Tale. Все. Тихо. Давайте причешем. Замечательно. А теперь подальше отбежим. А, твою мать, да куда отбегать-то? Ой, у меня паника. Надо его нажать, надо его потрогать, точно. Все.
Одна минута... Охренеть. Целая одна минута, чтобы выжить. Ты только, чувак, не ори. Ты чё орёшь-то? Не надо! Не надо! Да успокойся ты, чё тебе надо? Ты меня сдашь, сволочь. Ой, ой. Да чё, почему? Почему он стал визжать-то, как, блин, свинья нерезанная? Чё ты заорал? Короче, может, потому что темно было? О, яичко нашел. Так, хорошо. А, все, я понял, потому что темно. Вот почему он закричал. Он не любит темноту. Но чтобы здесь было... Воу-воу-воу! Не ори, не ори, только не ори. Тихо, я подальше. В гараже есть яичко, появилось. Нет, ну логично, да? Он рядом, друзья. Он где-то буквально за стенкой. Но я не могу не взять яичко. Давай, давай, убери, убери, убери эту фигню. А, он хавать хочет. Мне еще нужно похавать. Так, ты, надеюсь, не... О, он в этом! Воу! Да! Мы выжили! Ух ты, твою мать! Игра в прятки, да? Вон оно что! Вот как хитро все задумано, да? То есть, пока я прячусь, мой... Таттлтейл еще и... хочет кушать? Еще и хочет, чтобы я его почесал? Еще и, наверное, хочет подзарядиться на своей батарее. Теперь мне надо найти этого нашего желтого друга, новенького. Но прежде чем мы это сделаем, я предлагаю нам поставить на подзарядку нашего нового друга. Да? Вот сюда. Опа! Так. Где ж ты можешь быть? Может быть здесь? Бро? Так, здесь его нету. Да, я в курсе, что ты прячешься. Я тебя найду. Скоро. Что-то у меня мышка малость подтупливает. Постоянно разворачивает, но здесь его нет. Так, где же ты можешь быть? Так, там тебя нет. Может быть, где-нибудь здесь? Тоже нет. Значит, определенно наверху. К тому же надо еще и покормить. Вот там. Возможно, в ванной, да? Так, хорошо. Да что меня разворачивает-то вечно? Нет, его здесь нету. А где ты? В ванной тебя нету. Наверное, у меня в комнате, да? Очевидно. Давай, давай, давай. Красивый будешь. Вырастешь. Все девушки твои. Ты причесан, чувак. Так, в моей комнате определенно я... Чувствую, что он здесь. Вот он. У меня в шкафу сидит. Конечно. Мой шкафчик очень хороший, очень удобный. И что главное, теплый. У-ху! Да, я нашел тебя. Так. Ну что, будем продолжать. Теперь, возможно, полторы минуты я буду выживать здесь. Давай. Опа. Ну-ка. Да. Полторы минуты. Не ори, не ори. Не ори, не ори, не ори. Что? Я в бедрум? А, он типа в ванной. Так, все. Мы его покормили. Надо его подзарядить. Немножечко. Тихо, 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 тихо. Главное не издавать звуков. Тогда он меня не найдет. Наверное. Я еще, знаете, я еще не знаю, как он перемещается здесь. Может быть, он как... Оп! Твою мать, а как?
Я только начал думать, как он перемещается здесь. Может быть, он как Слендер телепортируется, да? Все, тихо. У него вся шкала на месте, это хорошо. После смерти, да? Так, давайте во дворик. Я так понимаю, что во дворике нам проще будет Вот он, вот он, вот он! Вон его глаза! Воу! Твою мать, реально! Он как Слендер какой-то! Он за дверью, вот он! Наверху на столике стоит! Пропади пропадом! Исчезни! Исчезни, я хочу покормить моего этого. Воу! Мама's coming. Давай. Так, тихо. Тихо, твою мать. Не ори ты, я выкину тебе. А! Воу! Воу! Ой! Так. Ты издеваешься, что ли? Ты хочешь, чтобы я тебя почесал? Да там же этот мудила, вот он. Все, он ушел, да? Воу! Иду. Да готов! А, бляха-муха, вот это да, вот это напряг. Так, он где-то... А, вот он. Тихо. Да, получилось. Вот это, блин. Твою мать. Жесть какая-то. Я еще никогда так не переживал. Нет, вы это видали? Он просто, знаете, молча на одном месте постоянно исчезал и появлялся. И жутко меня пугал. Ванна, это, конечно, жесть была. Так. А друг моего Таттлтейла в подвале спрятался. О, он жрать хочет. Сейчас я ему покормлю. Все. Теперь надо его подзарядить. По-быстрому. И еще где-то в подвале друг моего Таттлтейла. Надо найти его друга, да? Сейчас мы это дело сделаем. Все. Нормалек? Ты живой? А где ты? Друг. Ты же где-то здесь. Да? Точно, вот он. Здорово. Ты новый? По-моему, это какой-то новый, да, желтый? Или тот же? Да. А я думал, это что-то новенькое. Так, взять кассету. Зашибись, я еще яичко нашел. 16-е. Так, и кассеты. Плей кассету, в общем, на ТВ, да? В спальне. Но прежде чем мы это сделаем, я предлагаю нам покормить нашего маленького пройдоху, а затем причесать его. И тогда он даст мне немножко поиграть. Нормально. Посмотреть телек, да? А! Телефон! Я так и не могу понять, а почему мне запретили его поднимать трубку-то эту, проклятую? А что там такого зловещего может быть? Так, все. Мы тебя причесали. Теперь время кормежки. Ням-ням-ням, жри, падла, жри. Пихай в него хавчик, типа. Так. Где мой телек? Где ты здесь? А, вот он. Ну, давайте поглядим. Вау, хорошо. А, четвертая ночь, да? Камеры? Вы что, серьезно, что ли? Типа ФНАФ какой-то? Так, Таттлтейл. Хорошо. Блинк. А, это мы его рассматриваем, игрушку. Это, видимо, глаза, это немножко сбоку. Семья. Яички. Мама. Вот она, большая такая. Танец. Он типа танцует, ой, какая милота, мазафака. Друзья. Их много, их 5 штук.
Продукт. Ну, видимо, да. Это уже готовый продукт, то есть коробка, упаковка и все такое прочее. Подсобка. Так, хорошо, плей. Mama's coming. Друзья, знаете, смотря такую рекламу, можно и за Икой стать. Я никогда своего ребенка не подпущу, блин, к такому дерьму. А что вы хотите от меня теперь? Фэмили? А, окей. Пятая типа ночь начинается. Да, 24 декабря. Сочельник. Ночь перед Рождеством. О, он уже здесь. Лютое дерьмо, друзья, люто. А, ну что я могу сказать? Я, наверное, предлагаю нам здесь поставить паузу, а все, что дальше, узнать уже в следующей серии. Спасибо за внимание, поставьте пальчик вверх, поддержите это видео. Все только для вас. Самое лучшее – ваш дом на ютубчике. Смотрите, не пожалеете. Посещайте мой канал чаще. Здоровья вам и позитива. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.